Доброе утро. В эфире программа «Настроение». Это значит, что вы включили свои телевизоры вовремя. На календаре 8 ноября, четверг. Компанию на ближайшее время составим вам мы, Ирина Сашина и Мансур Гильзидинов. Кстати, сегодня Всемирный день качества. Мы убеждены, если встречать утро с нами, то день будет качественным во всех отношениях. Так что не будем терять времени. А начнем с оригинального поступка одной австралийской пары. Сейчас супруги ожидают рождения ребенка. В результате УЗИ они узнали, что это будет сын. И чтобы об этом узнали друзья и родственники,